Ребята, всем привет-привет, доброго денечка, всем прекраснейшего настроенца. А мы сегодня в гостях у тети Олечки. Тетя Оля, золотушечка, целовашки, обнимашки всем. Ага. Готовит, в общем, нам стол, уже накрыла. Катя здесь, красавица моя, Машка с Лешкой с нами. Ага. Хочу вас познакомить с удивительным человеком. Это мамка тети Олина. Ой, что деловая бабка, она крау, я ее сразу полюбил. Иди, моя хорошая, будем побеседовать с тобой. Вот я. Давай, цела золотая. Марья Ивановна, да, слушай. Расскажи что-нибудь. Сколько у тебя детей? У меня, сейчас, думаешь, тут трое, в гуще трое. Дом один нету, ходите. Ну, человек девять или десять. При девушке тут вот в гуще четверо. В гуще четверо. И... А Владимир Скок, я уж не помню, тоже трое, нет, о, больше. 89 лет парня. Бабушке, она говорит, нет, 15. Нет, три, там четыре парня в Владимире, да тут вот сестер, я только и тут. Ну, человек 12 10, у тебя? Ну, человек 10 у меня есть, это живых, ага. Да или больше, наверное. А нас сейчас рожать не хотят. Не хотят. У вас петухи плохие. Как не ходят? Это у вас, это мужик виноват. Да. Да, петухи слабые. Суть. Погладят и все, и до свидания. Она мне бабушка говорит, увидела меня, когда мы только зашли. Она говорит, ну-ка, Бутус, иди сюда. Неужели бы? Вот какие-то. Вот они на вас, бабушка, на вас убежают, погладят только. И не погладь хорошенько. Надо как следовать. Как приятно гладить. Поговорить с таким человеком, как, например, мою барабабушку, похоже. Да. Хорошо, душевно и тепло. А это так от бога сидит твоя бы? А? Вот как от бога сидит-то. В коляске-то? Вот бабушка какая-то. Это ты? Я? Да. Да, я. Помаши маленький себе рукой. Да, я все вот помахать. Я тебя записываю с тобой кино, да. Чтобы ты рассказала маленько, как жили вы. Ага, и как мы сейчас ничего не хотим, да? Ага. Голова, говорит, у тебя это, как голова-то у меня? Ага. Голая, говорит. Да, знам вас все. Петухи во все голые. Ничего не кричат. Знам вас. Они вас были бы все-таки. А про лапоть-то что говорила? А? Про лапоть что-то говорила, худой. Я уж тот забыл, сынок. Тот я, может, не помню, что я уж забыла. Это что девки не рожают-то? Да. Нам лапча скрозь. Лапча худая, все скрозь пролета. Все скрозь. Дай бог тебе здоровья, Марья Ивановна. Да, ланч. Эклеры будешь? А? Эклеры будешь? Что? Эклеры будешь есть? Не слышал. Эклеры будешь есть? Эклеры. Не, не хочешь? Не, ничего не хочу. Не. Понятно. Это как в Москве. Я в лапчах ходила в Москве, а носы были белые, и оборы были в лапчах. Вот, вот. У девочек какие глотуки хорошие. А? Это в Москве в лапчах ходили. Никогда не... Ой, гагет. Раньше лапти престижно было, да? Да. В белых носках. Вот, у девушки какие глотуки хорошие. А как раз лапчи были новые. Лапчи были. Ага. И оборы новые. И все было новое. Вот, глядите. Ага. Вот так вот. По Москве ходили раньше. Ой, все было. А сейчас наряженные все ходят, да? Да. Снарядно. То снарядно, а петух не работает. Вот да. Надо, ну, в рот он пускай грязный был бы. Вот, вот, а вас он чистый. А грязный был бы, он вас и петух бы, и детей много было. Раньше все вкусное было, а сейчас одно гадость, да, ба? Да. Угу. Сейчас Ольга поест, я наложу что-нибудь. Что сейчас? Картохи наварила. И котлеты. Да. Ой, нет. Карамельков только не было в магазине. Шоколадные вы же конфеты? Ничего я не. Нет. Ничего, сынок. А я ба все время жрать хочу. Да, ну поешь там все. Ага. Нет, сынок, я была. Одно пузо у меня наросло. Ой, боже. Ну давай, золотая, пойду за стол я. Ага, ступай, съебок, ступай, покушайте. Дай бог здоровья, ага. Кушай, ступай.
Бабка золотая, не могу. Она меня как увидела, говорит, Бутус, иди сюда. Мы раньше вообще не виделись никогда, вот первый раз. Это Ольга. Ольга, сколько у вас детей в семье? 12 детей. Вот, маленький, говорит, половина там, половина там. Ага. Вот. Всем хорошего денечка, прекрасного настроения.